Дрейк Бэджер повес на ремень. Или вообще убери его. Убери вообще его, сними тогда. Да нет. Предупреди, что у него два уже. Делает, а его не наказывает. Но он же в стороне делает. Хорошо. Кик был? Кик? Запрещенный удар, он говорит, пронос. Тут спортсмен бьет с проносом, а судья не наказывает. На такое берутся замечания, ну, протесты. Ну, не на, это, короче, не на техническое действие. Не на техническое действие. Вот, вот это. Ну, просто проехал мимо вообще. Да. Нашел, блядь. Вот еще раз. На матчі запрошується спортсмен Російської Федерації Панкратіону Черненко, Україна. On match A, inviting спортсмен Russian Federation Panкратіон Черненко, Україна. То есть балы, да, бал в белом ударе. Вот, смотри. Я не пойму, за что челлендж. Ну, ничего типа, нету. Ну так я за что. А да, ничего нету, продолжайте и все. А челлендж? Так, подожди, а как челлендж. Мы можем? А как мы можем? Продолжаем, не все, по два предупреждения? У одного два. Нет, так мы забирать должны его. Челлендж же мы же рассматриваем. Это челлендж. Синего два. По идее должны обсуждать. Челлендж проигранный, 3 балла. Да, все, давай. 3 балла. Голову, да. Matt A. inviting Sporkov, Russian Federation of Pancration. On Matt B. Куда ты поднимаешь? Match will after 20 minutes. Уже подарили белорусу почти победу, а он, блин, все равно. Уже протест он выиграл, уже 3 балла ему накинули, ну чуть-чуть, ну сработает. I'm sorry, just... Okay. Thank you.
Давай.